Здорово. Итак, мы продолжаем проходить медиума. Итак, мы в роли Томаса, демона Томаса, наверное, я так понимаю, что это демон Томаса, а внутри Ричард. All right, Richard. This is your world. Show me what you're hiding. Так, и кажется, короче, Ричард изнасиловал дочку Томаса. А возможно, даже это он ее убил. Сейчас мы посмотрим. Это здесь все началось. Ричард, здесь тебя сломали, сделали тем, кто ты есть. Хера себе, тут какие-то штуки. Ограниченная сила, что ли? Бля, руки какие-то сестры. Чувствуешь, Томас? Здесь что-то есть. Она проводилась тот день, когда она пришла, захватила контроль, устроилась здесь поудобнее. Устроилась. Потеря, ненависть, горе. Ими тут все пропитано. Тут кажется что-то ужасное. Это изменило Ричарда навсегда. Нет! Отстань от меня. Вот так. Страшная тайна Ричарда. The sum of all his demons. Дочь его демонов. Так. Щупальцы перекрывают мне путь, понятно. Ричард, your father forgot his knife. Папа забыл свой нож. You better go and bring it to him. Тебе стоит отнести ему нож. Ладно, подыграю пока что. Сейчас я отнесу батьке нож. Сейчас он охуеет, как ему нож отнесу. В божуха. Да, все дело в папке. Папа, ты забыл свой нож? Ха, спасибо, Ричард. Вот что, оставь его себе. Это счастливый ножик. Теперь он твой. А тебе пригодится. Завтра я уезжаю. Что? Нет. А куда ты уезжаешь? Армия идет на запад. Я отправляюсь с ней. Но нет. Не хочу, чтобы ты уезжал. Я тоже не хочу, сынок. Но иногда важно не то, что мы хотим. Ты понимаешь? Я...
When will you come back? А когда ты вернешься? Take care of your mother. Позаботься о маме, Ричард. You're the man. Теперь ты у нас глава семейства. By the sweat of your brow. Так. You shall rise and you shall fall. Зашей будь так. Till you return to the earth. Доколе не возвратишься на землю. Чё он за молитвы, блядь, читает такие странные. Those tentacles are guarding something. Щупальца что-то охраняет. Надо от них избавиться. А. Где у меня мой духовный взрыв? Dust you are. Прах, прах. Dust you will return. Конверт, да, с письмом. От лица руководящих органов польских с Польской Республики выражаю вам свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной лейтенанта Тадеуша Тарковского. Он погиб, сражаясь за свободу и независимость своей родины. И мы перед ним в неоплатном долгу. Министр военных дел. Grief, anger. Горе, гнев. Это мне пригодится. Ну ладно. Hey, Richard. Эй, Ричард. Bet you can't catch me. Спойн, ты меня не поймаешь. Что там было? What? Что? Hey, wait a... Эй, подожди.
срубите этого демона. А, записулечка. Come on, сколько Richard. Можно еще? У меня руки устали. Almost done. Еще чуть-чуть. Давай, капуша. Держи. Завтра постараюсь принести еще. Спасибо, Ричард. Ты представляешь, как много для меня значит. Куда девочку подкармливал? Where'd you go? Куда ты делся? Я просто стараюсь все обследовать, чтобы ничего потом не пропустить. Что это? Это что очень важно. Обещай, что сбережешь это. Что там? Я не могу это развязать. Сюда, глупый. Роза. Роза. Over here. Сюда. There you are. Вот ты где. Я испугался, что ты тут заблудилась. Me? Я тебя здесь целую вечер все жду. Уже успел заскучать. Hey. Эй. За место такое. Так, время надо посмотрю. Hey. Эй, ты видишь? Надвигается гроза. Похоже, сильно. Надо расходиться. Завтра тоже. Завтра в том же месте? Да, я приду. Но она не пришла, да? Как милый, очень мило. So, where do we go from here? Ну что же теперь? Ага. Да, Ричард, что теперь? Кажется, это не так. Подожди, есть еще Вера, да? Я здесь пройду. Мама, кто это? Он тот, кто о нас позаботится. Я сам могу тебе позаботиться. Я обещал папе защищать тебя.
Я знаю, Саш. Он бы тобой гордился, но храбрость не решает все проблемы. Отчим. Может, над ним отчим издевался? А может, тоже изнасиловал, бля, пиздец, нах, какой-то. Эй, come here. Эй, иди-ка сюда. Я за тебя поручение. Так. Я сказал, иди сюда. I need you to bring that thing. Сам знаешь как. Yeah, real specific. Ого. Так. Сам знаешь какую? Какую штуку ему? А, я могу только брать по одной вещи? Блять, а если я просто хотел посмотреть? Don't make me get up, boy. Useless. Just like his mother. Ты охуел, а? Слышь, чё, блять? А, типа, я могу каждую штуку, да, принести? Ладно, давай. Я знаю, что он хочет водяры, но мы ему не принесем. I'm not your goddamn mother. Я тебе не мамаша. Real fucking charmer, that one. На самоочарование. Сейчас мы каждую вещь проверим. Знаешь, нам бутылка, блядь, нужна, сука, алкаш ебаный. Шкатулка. На, блядь. Расскажи мне что-нибудь. А ты говнюк, сейчас я проучу тебя. А ты что со мной сделал? Не подходи, или снова тебя порежем. Ладно, сопляк. Брось мой глаз. Gladly. С удовольствием. Так. Away from me, you bastard! Оставь меня, ублюдок! Нет! No! Mommy! Мама! Он скорее всего... Держись, мама. Я иду. Отпусти, нету. Умоляю, не надо. Сука. Не заметил. Вот уебан, блядь. It's all your fault.
gone. Gone. Forever. You'll never be him. Never. Never. Ever. Battleship. Worthless. Useless. Тот убил его мать? А ты себя возненавидел, что ли, так или как? Он их мучил? Был тот еще ублюдок? Тоже кусок дерьма. Снова это место, но в другое время. Ричард. Девчонка эта пришла. I should be going. I'm sorry. Я мне надо идти, прости. It's all right. Ничего, Роза. Закончим в следующий раз. Richard, where are you? Richard, где ты? Правда, где ты, Ричард? Иди, блядь, сюда, мелкий пиздюк ты. Hello? Ау. Ричард, выходи. Вон, кстати, следы. I'm sorry. That's извини, all это I все, что bring. Я смог принести. That's all right, Richard. Ничего страшного. It's more than enough. Это более чем достаточно. Был неплохим ребенком, а стал просто... Не переживай, я сберегу тебе. Сберегу. Там это что ли? Это звезда этого? Кого там, Давида или чего? Что там? Звезда, короче, какая-то. Это не смешно. Ричард! Ричард. There you are. Вот ты где. Oh. Hey. А, привет. I waited for you. Я ждала тебя. В лабиринте. Боялась, что с тобой что-то случилось. Я в порядке. Просто хочу побыть один. Уверен, что все хорошо? Я же сказал, что да. Эй, если случилось, можешь мне сказать. Рассказать. Я просто хочу... Отстаньте меня уже! Okay, Richard. Ладно, Ричард. Я все понимаю. Но это ничего не меняет. Ну да, это наоборот должно делать... сильнее. Себе, да что с нами проходит, делать нас наоборот сильнее. Мы не должны повторять того, что делали другие. Издевались или что-то. Наш нам придет.
Зачем? Что им нужно? Тише, все хорошо. Это я их позвала. Какого черта? Нет, отстаньте от меня. Не подходите. Away from me, you bastard! Не уходи, сволочи, нет! No! Нет! No! Let go of me! No, please, нет, don't! Умоляю, не надо! Они пришли его захуячить. Любой гражданин Польши, который сотрудничает с захватчиками. Который крадет, доносит или иначе выступает против соотечественников. Так, первый дом слева, прямо у реки, перед ним старая вишня. Они прячут их в кладовке, под полом. Иногда их выпускают размять ноги, обычно ближе к вечеру. Некоторые из них иногда даже выходят, вероятно, на поиски еды. Лучше всего приходить ночью. Типа его сделали так, что типа якобы он кого-то держит. Совершает непростительное преступление перед Родиной. А вот это здесь, да. Типа, это еврейское, я так понимаю. Типа у евреев. Типа он сдает фашистам. Должен быть наказан за это. О, блин, я заслужил. Давай жахнем. Надоедать. Что тебе начинать? Роза, где ты? Так. I'm sorry. Прости меня. А что случилось? А. Так, а сквозь тебя я могу пройти? Так, все съедены, все пусто. Please, come out! Уходи. Так.
Я хочу понять, это исчезло, а это че? Давай. Ладно. Хрень какая-то происходит. Ага. Что-то пацан вообще, блядь, детство не задалось. Ой, блядь, тут еще одна была. Вообще не заметил. Блядь, еще одна. Что такие? Rose? Роза? No! Please wake up! Wake up! А чё, она самоубилась или что? Что произошло? She's gone! Мне больше нет. Забрали. Кто, немцы пришли, забрали? You took her from me. Я? Вы? Кто вы? Это мы уже видели. А вот теперь здесь, да, открылся проход. Ебать там. This is it. Вот так. Что это за хуевина? What is that? No. You're not. Rose? Is that you? Роза, ну знаешь ли, не очень она красивая. Роза твоя. My precious little flower. Мой маленький цветочек. Ну да. Hi. Моя лилия. Lily.
не понял, что там было. Там были трупы, всех сожгли. Нахуй, да? Let's get this over with. Поскорее бы с этим закончить. Кто-нибудь, пожалуйста. Сюда, мальчик. Помогите, пожалуйста. Чудовище. За мной гонится. Чудовище, говоришь? Как же выглядит это чудовище? Это нет времени. Быстрее нужно уходить отсюда. Все хорошо, Ричард. Успокойся, отдохни, отдышись. Я вас знаю. Вдруг моего отчима? Нет, парень. Я не собираюсь тут заводить друзей. Я пришел за тобой. Что, нет, не подходите ко мне, не трогайте меня. Прости, парень. Знаю, ты хотел спрятаться, прятаться. Прижми руки, но пока ты здесь, зверь всегда найдет тебя. Ричард. То есть, он убил... Он убил его, типа, душу. Сперва все это было сложно воспринять. Томас был таким же, как я, но все-таки другим. Думаю, тебе это и без пояснений не ясно. Бля-бля. Томас, кто ты, черт возьми, такой? Зверь. Вот он кто. Загнанный, бесприютный, всю жизнь прятавшийся в надежде, что его не найдут. Я дал ему убежище, дал ему смысл жизни. Он мог бы добиться куда больше. А вместо этого он решил сгнить в этом богом забытом месте. Я чую тот запах, девочка. Ты, это он, Ричард. Я то, что от него осталось. Кровоточащая рана. Трухлявый пень. И все из-за нее. Я тебя знаю, дитя. Ты пахнешь, как она. Как девочка, которая страдала за тебя? Так, что ты такое сделал?
Она сама пришла ко мне, потому что ей некуда было больше идти. Где был в тот день ее отец? Где была ты? Заткнись. Не веди себя так, будто питал к ней хоть какие-то чувства. Она была светом моей жизни, теплом моей души. Твоя душа давно сгнила. Вряд ли от нее что-то осталось, кроме твоих грехов. Мне почти жаль тебя. Ты ничтожество. Не стану спорить. Он разорвал меня на куски, жопами и бросил во тьме. Он зверь, чудовище. Это человек Томас. Кто он? Он тот, кто разделывает души, тот, кто ломает их. Он ты. Но ты. Да, я тебя знаю. Ты можешь освободить меня. Я чувствую это. Прошу тебя, сделай это. Ты этого не заслуживаешь. Ничего не заслужил. Nothing. Ничего, слышь, ничего. Так дай мне это ничто, я прошу. Хоть перестать существовать. А больше я не прошу. So be it. Хорошо. Как думаешь, она сможет простить меня? А ты? I'm not your judge. Я тебе не судья. Я всего лишь проводник душ. Be gone. Исчези. Ричард. Ричард. Спасибо тебе, девочка. Из Красного дома. Что за Красный дом? Одни тайны, блядь. Одни вопросы. Вопрос за вопросом. Из Красного дома? Я тоже, блядь. Что из Красный дом? Непрощенная ачивка. На этот раз это было не просто чувство, это было воспоминание. Бывал ли я здесь раньше? Неужели я тоже часть головоломки? Этот человек, Томас, неужели он был частью моего прошлого? Part of my own past. А что если у него было две дочери? Ты вторая. И тут в моей голове будто что-то щелкнуло. That girl. Та девочка. Это я. Похоже, снимок сделан здесь, в Ниве. Черт. Красный дом. Что бы это ни было, я чувствую. Like it's calling out to me. Вот он зовет меня к себе. There. Туда, из леса. In the woods. Бля, надо же ей в лес пиздовать. Вот же ж баба. Так, ну на этом все. Закончим, наверное, поэтому. Давай тебе, всего тебе, счастливо.